Ну что, снова здравствуйте, с вами Лак, меня зовут Гриша, и со мной сегодня Сергей Мистер Хаос и Илья Реоборот, и мы смотрим матч между командами Кэтс и Санс. Сейчас ко мне ребята присоединятся, уже первые пики прошли. Так, уважаемые, я к вам присоединяюсь. Да, снова здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте, здравствуйте. Так, команда Cats, FF, Quai, Shul, Artmeister и Продам Гараж. Он же Guess Who, он же просто Генчик. Команда Sans. Кобрусус, I'm Nigger, Герыч, Фростняш и I Fit Юмас. Вот. И первые пики. Команда Cats это Prisoner The Madman, Доктор Репульсор. Команда Sans это Рапсодия и Маликен. Да, кстати, тут Фростняш показывает Баблса, почему бы и нет. Мне кажется, Фростняшу дадут опять Лоудстона, потому что он... Он Лоудстона у меня, по крайней мере, показывает. Очень хорошо играет он. Думаешь? Ну, он, по-моему, 6 игр затащил на Лоудстоне, на миде. И на харде. А ты же, когда я играл за команду Лина, вы против них часто попадались, да? Ну, он брал часто Лоудстона, и Каброс пытался себе брать Маликина. Потому что он на Маликине часто очень играет. Часто тащит. Ну, в первом цикле мы, кстати, видели, как Санс выиграли команду Кэтс в групповой стадии. Как раз вот Маликин и Рапсодия там присутствовали. Но вместо Доктора Пульсера там тусовался... Папет Мастер, который с трех ударов Маликина просто швырялся. Ну, кстати, очень сильных героев сейчас забирают Кэтсов. Можно сказать, свой пик они сейчас тащат. И Баблс, как я уже говорил. А забанены были у нас, в принципе, как всегда. Это Свитблейд, Ктулху... Паразит и Дранкен Мастер. Бан Свифта и Ктулху это вообще просто Fashion Tradition. Никто не любит против них играть. Ну да, слишком сильные. Слишком простые в исполнении там. Призонер, Мэдман, Репульсер. Ну, в общем-то, я даже знаю, кто на ком уже играет. Осталось узнать, какой у нас будет саппорт и какой у нас будет лесник. У котов. Тут Солтис остался только. Ну, я знаю то, что очень любят как сейчас. Солтис только. А, ну еще Темпес, да. Ну, Кэтсы играют через Варбиста. Варбист еще, да. Офелия, Варбист. Тут так-то много чем можно похвастаться. Темпест, Кипер. По ходу дела, команда Санс не боится Варбиста от Квая. А зря. Либо они этого не знают, что этот Варбист выиграл Хунтур. Ну, точнее, второй цикл Хунтура нашего. Просто бегал, уничтожал линию. Бегал, уничтожал линии, свои бафы постоянно навешивал. Ну перетыркивается. Да, через Battle Cry всегда играет и вовремя очень его дает. Да там вообще перетыркиваться между саппортами, это когда тебе подходит инженер под вторым Battle Cry, и по 100 плюхи тебе вывешивает. Такого точно. Точнее, от такого точно не обрадуешься. Элония. Нестандарт. Ну это саппорт, как я понимаю, Элония. На мид, наверное. Подожди, а... Ну да, Элония и Призонер, да? Да. Странный, конечно. Соло-доктор.
получается, и какой-то лесник. Ну, я так думаю, что сейчас будут играть через два этого. Два саппорта. Мне кажется, Офелия будет. Ну, Офелия в исполнении Квай, это было бы круто. Да нет, но Баряна уже свапнули Элонию, я думаю. А, значит, он, да, Элонию будет. Хотя не факт. Да, хотя не факт. Тут просто и с Генкой он может свапнуться. Хитрецы, кто какие. Папит мастера, кстати, появляется у Сансов. Это получается мидер будет. Потому что Маликин постоянно на изи ходит. А хотя нет, сейчас, мне кажется, против Призионера поставят Баблса, а Маликин с Рапсодией... харду. Да-да-да, и поставят сильную харду. Как это любят делать ребята из команды КАМ. Постоянно Папит Мастер, либо еще кто-то. Да, это два второй саппорт. Это будет лайн Призионер с Алудой. Ну, они могут еще триплой могут пойти. Ну вот насчет этого я не знаю. Ну тут действительно можно придумать очень многое. Мэдмена оставить в мидлайне против Баблса. А, это же знаешь, что у них будет. Ё-моё, это еще что за приколы? Они оставят лорда Соло на изи лайне, а Маликина отправят, по-моему, в харду. Тоже да, такое видел. Или в мид. Папит мастер же... Ну, не знаю, мид Баблс. Самые напрашивающиеся просто решения. Че за приколы? Папит может и посаппортить на самом деле. Ну вот, я тоже думаю, что Папит, скорее всего, пойдет как саппорт. Хотя Герыч Папит, это... да, понятно, что это саппорт. Ну хотя Герыч это мидер. Вроде бы. Ну не знаю. Тогда как... Маликин куда? Баблс саппорт, но это... Привет. Ай, че за фигня? Вообще не понимаю. Не знаю, но единственный по мне адекватный лайнап это типа наверх отправить этого Сальфориса и Рапсодию. Вот наоборот, Маликина и Папита, вниз отправить Рапсодию, Сальфориса и на Биг Бабблс. На изи лайне, это 100%. Ну так-то да. Тогда но... Маликин получается мид, а Бабблс суицид. Ну а куда еще одного? Да, под суицид, да. Куда Папит тогда идет? Да, куда еще одного запихнем? Папит будет саппортить этому Сальфорису. Ну, кстати, неплохо было бы. Ну, не знаю, мне кажется, Сальфорис намного лучше сочетается с Рапсой как раз, а Папит с Маликином. Может, они хотят типа Папита на саппорта, чтобы он отводил стаки и потом с этих стаков получил голд и нафармил что-нибудь. Ну, а Рапсоди как соло саппорт. Ну и ты что, хочешь, чтобы Маликин... Один терпел против Призионера и Алуны. Что, Маликин с Рапсодией пойдет? Ну, посмотрим, посмотрим. Очень интересный пик у команды Санс. Не знаю, либо это была такая задумка, либо просто ребята растерялись и брали все, что видели. Кстати, я помню, было такое пару раз, когда я еще играл в компете. В общем-то, когда просто пикали героя, лишь бы пикнуть, потому что времени не хватало выбрать. Кстати, по голосованию. Кэтсы 96%, Сансы 4%. Как уже ранее говорили ребята из команды Санс, мы голосуем сами за себя. Вот они, эти 4%. Так. Было бы удивительно, если бы они заранее голосовали за команду соперников. Ну хотя, что, ситуация вин-вин. Не выиграют игру, так хоть... Что там, серебро дают за эти да, голосования? 50 серебра, зато заработают. Ну давайте, Санцы, показывайте, что вы тут придумали. Кроме Сальфориса фармящего. Может, Маликин в лес будет фармить? Так, и Баблс реально идет в суицид. Слушайте, а я где-то это уже видел. Где-то видел фармящего в лесу Маликина.
В лесу? Да. А, типа с зеленым мечом? Ну, типа да. Но медленно же очень. Согласен. Медленно, непрактично. Точно, вот этот Тайм Нигер, он же постоянно у них в лесу. Он там Магмус, я помню, еще играл в лесу тоже. Извиняюсь, телефон был. Мы тебя прощаем. Что ты скажешь о лесном Маликине? Ну, он что-то говорил, но он говорил лесной Магмус, а не Маликин. Ну, а сейчас лесной Маликин. Что за хрень? Да, и вот, да, и вот, да, и в итоге Puppet Master с Рапсодией стоят дабл мид. Как же они его сейчас будут проигрывать? Я в этом даже уверен на 1000000%. Первый удачный хук, будет кто-то умирать. Ну, эта ситуация заведомо лузовая, потому что они никак не могут убить. Ну, нет, могут, конечно, там, на какой-нибудь супер ошибке или с классной руной, но по дефолту призы Нерсолонии могут их убить, а они их нет. Да. Если, конечно, у Генки не лаганет, и он не пойдет под тавер там воевать. Только в этом случае. Ну, правда, смотри, как на первых левелах раздают призонеру очень больно, в два рейнджа. Но они так и должны делать. Если они не будут агрессивно себя вести, они просто заведомо этот лайн проигрывают. Так, по крипам посмотрим, что у нас происходит. Madman 1-0, у Сальфориста 2-0. Я вот не уверен. Маликин стакнул, но мне кажется, он себе же усложнил этим жизнь. Мне кажется, ему надо отводы делать, стакать и делать. Потому что там варда нет. Ну, он как-то по одному вот этих крипов будет долбить. Ох, если бы знал Шула бы об этом, он бы уже давно к нему заглянул в гости на огонек. Побитый, избитый Маликин. Ну, знаешь, я думаю, даже если бы он знал, он бы никуда не заглядывал, потому что у него на линии и так все хорошо, ему дают фармить. Сейчас он вардик. На всякий случай. Ну да, на всякий случай вардецкий поставил. Так, Маликин отхилился. Второй левел получил. Все-таки супер медленный фарм у Маликина получается. Ну, он тычки потратил... медленные очень. Он убил только два смолкэмпа пока что. Так, Bubbles. Bubbles вечно ходит с лоу хп. Так, тут у нас как раз Элонию увидели. Что она в инвизе носится. Так, Сальфорис. Ну, пока у доктора Репульсера все отлично. 15 на 13 он идет. Как всегда, FF силен. Как всегда. Так, Мэдман наконец-то вышел погулять. Загудело, зажужжало. Так, у Шулы есть сапожок, он себя неплохо чувствует. 9 крипов у него. Ну, видишь, ему трудновато стоять против Сальфориса, который его гоняет с второго скилла. Ну, с Сальфорисом просто так не поперетыркиваешься. Он, видишь, он подходит к нему и все, он сразу уходит. Да. Так, тут надо хукать так-то. Лол, попытались ехать в Элонию. Элонию нормально прогрели сейчас, ребята, но... Нету маны у артмейстера. Что у нас будет опять въезд в кого-нибудь? Так, надо было попробовать убивать Лонию, но сейчас должен умирать Puppet Master. Будет Bloodlust. Нету маны у Артурки. Попёрся воевать без маны. Так. Контроль руны от двух игроков сразу от Кэтс. Рапсодия возьмет. Да, ну а тут у нас дабл дэмэдж берет. Сейчас призионер. Четвертая минута, счет 0-0. Вот это неплохо. Никто пока не умирает. Кстати, Сальфорис по ГП ему сравнился с Доктором Пульсером. Ну и ФФ там напотел. 20 своих крипов. Так, отличный хук по Рапсодии, но тут сразу. Так, тут шел. Лол, куда ты, друг, пошел? Еще и уедут.
Рапсодия, по ходу дела, очень сильно испугалась. Ну, кстати, вот эти контрвъезды неплохо так. Баблс. Баблса должны убивать. ФФ. Парис. Красавчик. Ошибка от Фростняша. Ну, хотя я так понимаю, что он еще пауэртроу не хотел один получить себе по голове, поэтому и решил разменяться попробовать с Луной. Так, сори, я снова с вами. Угу. Видишь, тут ошибка с суисайдером. Да, или 100% надо убивать, как бы, если есть такой шанс. Либо вообще не убивать, стоять и получать. Ну, вообще не убивать, потому что даже если ты размениваешься на спорта, ты фидишь кэрри. В общем-то, это невыгодный размен. Да, если шанса такого нету, то зачем пробовать? Да, либо... На миде интересный экшен был. Туда-сюда бегают. Там ПКД-хуки. Все правильно, надо по чуть-чуть прогревать Puppet Master. Маликин нафармил себе ботл. Смотрим, сколько у Маликина крипов. 20 крипов. Так, кто это у нас? О-о-о. Да, что-то здесь пошло не так. Ботл на папете. Наконец-то, я бы так сказал, этот ботл пришел. Так, у нас Илония в инвизиан. И чё, куда пошли сейчас? Насчет ботла на папете тоже не уверен. Так, тут у нас Сальфорис пытается догнать Мэдмана, но... Так, въехали у нас призвонеры, хорошо его прогрели, хук. И должны забирать сейчас Рапсодию. Рапсодию забирайте. Очень сильный прокаст. Не увлеклись, увлеклись. Ну, то есть, они же знают, что они не забирают просто так с прокаста призонера. Прогрели, отошли. Да? Они прогрели и до конца. Тут они по-любому бы не убили, им надо ждать 6-й левел на Puppet Master. Не, они могут убить, если они вот так раздадут косты, снесут ему процентов 60 хп, как бы. А потом еще разок, ну, следующий цикл. Если он не отойдет. Я тоже думаю, то, что там сразу... Не, ну понятно, но оставаться в любом случае до последнего и долбить его автоатаками Рапсодии, зная, что тебе хук полетит после этого, это как-то... Нелогично. Сополис без маны стоит. Да, сейчас еще... Может еще... умереть от Мэдмана. Да-да-да. Совсем чуть-чуть остается, что у нас Баблса опять убивают. Пока все очень плохо у Баблса. Ну, он, видишь, первый ПБ отдал, и все, ему как так, культует у нас Артмейстер и убивает Puppet Master. Также надо забирать Рапсодию, пытаться забирать. Там. Massacre. Знаете, мое мнение, если есть лесник, он должен помогать. Лесник, который сидит, страдает с крипами. Слушай, но... Который на восьмой минуте всего пятый левел ходит, это туфта. Вот. Ну нет, просто лесника они пикнули какого-то отвратительного. Но он вообще, смотри, как медленно фармит. Зачем такой лесник нужен? Согласен. Поэтому и говорю, полная туфта. Взяли да, бы солтиса лучше. Конечно, прикольно там в папчике удивить ребят, повеселиться самому. Но это вроде как ответственная игра, зачем... брать Маликина в лес, когда были Варбист, Темпест, незабаненные, куча еще героев, которые бы лучше, да те же, тот же Бладхантер бы лучше справился с этой задачей. Да там-то лесники были и получше, чем Маликин. Да, там было куча лесников. Мне кажется, просто ребята из команды Санс понапикали вот всяких героев и такие, типа, блин, а куда их ставить? Ну и АМ Никер говорит, типа, я выстою. А тут у нас Альфорис со тем временем огрели. Артмейстер хуком. Шула и Артмейстер. Вот Сальфорис, он, конечно, классный перс, но он без эскейповый, то есть ему нечем свалить. Да, он там прожмет второй скилл и на спидах полетит, но... Все равно это не то. Так, маленький. Мне больше не нравится не то, что он без эскейповый, он как бы...
Обычно ему и не надо эскейпиться никуда, он жирный сам по себе, он с второй билки на пол хп восстанавливает. Опять бабл. Я думаю, ему не стоит возвращаться больше на ботлейн. Доктор уже 9 левел. Там. Ну, без шансов. У нас счет сейчас 7-0. В пользу команды Cat, 6к преимущество. Что попытаются забрать артмейстера. Тут у нас и Шула, Маликин. Маликин вообще не попадает просто своими скиллами. Так, пытается призионера убить. Да, от Лони! Маликин умрет. Там палка еще не попали. Если бы там можно было тоже убить. 10-0. Бабов. О, в последний момент успел нажать тейк-кавер, так бы прилетел на хуке. А ты знаешь этот баг с автотейкавером? Ты когда ставишь? Ну, это не баг. Почему баг? Я не знаю, он зацепляет его, привозит, но не наносит дамаг. Когда... На первый левел, да. А потом уже не работает. Ну да. Но только если тейкавер первого левела. А, да ладно. Да, попробуй, в практике. Серьезно? А если у тебя второго левела тейкавер? Все, не работает больше. Да, все, ты не поедешь уже. Вообще не поедешь? Да. А, ну отлично. Так это ж еще лучше. И снова дотычкой также. Если ты авто ставишь прокаст, номад второй каст на тебя юзает, и камыш не проходит. Ну да, но это наоборот как раз со второго, начиная со второго левела. На первом левеле не хватает этого тейк-кавера. Так там он тычку делает, а дамыш не проходит, это баг. А, тычку делает, а дамыш не делает. Я понял. Да. В общем, все лайны выиграны командой Cats. Даже лес он Элония поэффективнее фармит, чем Маликин. Да, даже лес проиграл. Нигер. Вот это раскачка 2-2-1-1 у Маликина, это тоже чудесно. Плюс он еще ни одним мечом не попал. Да, вот это самое печальное. Меч-кладенец слишком короткий. Слишком тяжелый. Опа, приехала Рапсодия на гастроли. Ты хотела руну, получай хук. Можно сказать, у Кэтсов по одному к преимуществу в минуту. Там, ну, Маликина. Да, это 15-минутная игра. Так, не тут... вижу никакого варианта на камбэк. Папита. Ну вот они за минуту делают 2 килла просто. Ну тут Шула хотел подфидить, но у него это не получилось, как бы он ни старался. Так. О. Так, ну сейчас что-то будет интересное, пытается убить одного. Сальфорис. Хук. Артур, беги! Стики! Все за стики. А он не хилится под ультой Сальфорис, даже если ты прожмешь стики, они тебя не похилят. Ты? Только ману дадут, да. Черт. Сколько играю в фон, не знал. Биг хук от артмейстера. А там все равно. Кстати, просто испугал. Кто у нас фиданул? А Луна фиданула. Топ-фидер Квай. Команды Кэтс. Ну да, ее на стик сотворит. Так, тут надо... Ой-ой-ой, как же отлично джукает. Артмейстер. Всеми средствами пытается свалить с этого поля боя. Ай, так, тем временем... Просто фармит. Да и ФФ по барабану. Кстати, у Рапсоди 42 ГПМ. Он хуже стоячего АФКшника. Ну ничего. Просто говорю, у ребят катка не пошла, плюс пик вообще непонятный был. Ни для кого. Что-то перемудрили ребята. Так, Bubbles. Ну и ФФ полетит за Bubbles'ом. Папита отправили куда-нибудь на топ. А Bubbles'у на мид. С Маликином чуть Кэтман тут не поговорил. Один на один. 13, почти 14к преимущество за котами. 14-я минута. 14 000 преимущества. В общем, мы ожидаем CC-15.
Кстати, Серег, а ты за Лину сейчас не играешь же? У меня времени мало. Там просто бывают те дни, которые у меня там экзамены, практика. А, понятно. То есть ты все забросил это дело. Я на инте так поигрываю иногда. Понятненько. А кто сейчас играет за команду Лина, кроме Блеса? Ну, я так понял, Банни теперь играет, как за Кэрри. Это всем не нравится. Всем, это кому? Ну, половина команды, в общем. Ну, то, что он рейджит и постоянно ноет. Ох уж этот Банни. Ой, сколько там у FF-а ГПМ? 550 ГПМ у FF-а. Скоро саппорты команды Кэтс догонят по ГПМу Кэрри. То есть с Альфориса. Должны убивать Папит Мастера. Ну тут... Ну Доктор Репульсора подамажит. А, все, убили Доктор Репульсора. Должны убить Маликина с Альфориса. Давайте убивать Бабблса. Все, минус Бабблс. Чи-джи. Игра в одни ворота просто. Где там я хотел этот видеть? Задоминировал. Просто рука-лицо задоминировал. Это вообще. No bad. Русский перевод, конечно. Тащит. Хозяин задоминировал. Да, хозяин задоминировал. Ну что, 96% зрителей были правы, Кэтсы выиграли. Кстати, если вы не в курсе, голосование проходит на сайте tour.hon.garena.ru. Там вы можете проголосовать за любимую свою команду, либо сделать ставку на любой другой матч. И при победе вы получаете 50 сильвера. Мало, но приятно. Ничего не поделаешь. Вот, такие пироги. Ну что, ребят, переходим в следующую игру. Я думаю, она скоро создастся. Если что, по мне заходите. Хорошо. Так, ну а вы, дамы и господа, также оставайтесь с нами. Мы перейдем плавненько на следующую игру. Не уходите.